почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Скажу честно, что фантастика не самое мое любимое чтение, за исключением Герберта Уэллса, Жюля Верна и Ивана Ефремова. Но в профессиональном смысле знать и понимать особенности этого явления необходимо. Поэтому я с большим энтузиазмом взялась за чтение книги «Братья Стругацкие. Письма о будущем» Юлии Черняховской. Для меня Стругацкие – это конкретный период моей юности. Это неудача в книжном магазине, когда на мне закончился пикник на обочине. Это большое разочарование, связанное с политическими пристрастиями советских фантастов. Скажу мягко, книга странная. Прежде всего потому, что это исправленный и дополненный вариант диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. Политико-философское осмысление проблем общественного развития в творчестве братьев Стругацких. Диссертация была успешно защищена Юлией Черняховской в 2013 году. Не думаю, что массовому читателю будет интересно и увлекательно читать авторский научный труд, в котором, может быть, с точки политологии все хорошо, но вот с точки зрения истории русской литературы, в том числе истории фантастики, многое слишком путано, непозволительное количество опечаток и ошибок. А с точки зрения литературоведения есть пожелание автору узнать развитие фантастики получше. Собственно, тема Стругацких окончательно входит на страницы этой полукниги, полудиссертации, где-то с 114-й страницы. Главная цель Юлии Черняховской – избавить братьев Стругацких от политической ангажированности – антикоммунистической, антисоветской, антироссийской. Автора не интересует художественная ценность наследия Стругацких. Она делает попытку восполнить знания о политико-философском и политико-теоретическом содержании произведений известных фантастов. Поэтому интересны ее рассуждения о философской фантастике как форме политической мысли или футурологии и Стругацких, сравнительная хронология, или научно-технический романтизм и социальное проектирование в СССР. Особое внимание Черняховская уделяет вопросу «Стругацкие секретные службы», а также тому, сбылись ли их пророчества. Книга расширит наше представление об Аркадии Борисе Стругацкой, о загадочном мире российской фантастики. До новых встреч! «Дай почитать».